27 июля в администрации Каспийска состоялось награждение генерального директора ООО «Экспресс-продукт», члена Общественной палаты Республики Дагестан Виктории Гаджиевой. Отметим, что провел вручение заместитель главы Каспийска Руслан Учакаев, который также, в свою очередь, поблагодарил общественного деятеля за проделанную работу. Вам спасибо за содействие, которое вы оказываете организации общегородских мероприятиях, за ваше активное участие, активную позицию в этом. Виктория Гаджиева долгое время оказывает спонсорскую поддержку администрации Каспийска в проведении некоторых мероприятий. Мне очень приятно получить благодарность от администрации города Каспийска. Мы с вами взаимодействуем уже, можно сказать, на долгосрочной основе, поскольку город Каспийск является местом как бы дислокации людей, имеющих прямое отношение к воинской службе, то есть Каспийской флотилии. Соответственно, это люди, которые принимают участие в специальной военной операции. И мы всегда с большим удовольствием и считаем для себя честью оказать поддержку как им самим, так и членам их семей. Завершилось награждение совместным фото.